письмо номер 15. Это письмо написал паучок. Он рассказывает о том, что о нотах девочек и мальчиков. Ноты девочек выделены красным цветом, и они находятся на линейках. Так. А ноты мальчиков выделены синим цветом и находятся между линеек. Угу. Еще он нам рассказывает про второй круг алфавита. Да. Расскажи, пожалуйста, второй круг. До, ми, соль, си, ре, фа, ля, до, ля, фа, ре, си, соль, ми, до. Хорошо.